лифты, лифты всем давно известны. То лифты сокращают нам пути. А в лифте можно даже и влюбиться. А в лифте можно даже отдохнуть. Они садились и взглядом обменялись на втором. На третьем этаже разговорились, а на четвертом был вопрос решен. На пятом она громко хохотала, а на шестом ответила: «Люблю». И на седьмом она уже молчала, а на восьмом отдала честь свою.